Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 7 ноября. Страдания святого мученика Иерона и дружины его. Отечеством святого Иерона была вторая великая Каппадокия. Родился он в городе Тиране от благочестивой и богобоязненной матери по имени Стратоники, в царствовании императоров Диоклетиана и Максимиана, которые оба были усердными поклонниками идолов и гонителями христиан. Когда до слуха императоров дошло, что жители областей Армении и Каппадокии, вопреки императорским указам, отказываются поклониться идолам, то они после многих совещаний избрали двух лукавых, преданных язычеству жестоких мужей, Агриколая и Лизия, и отправили первого в Армению, а второго в Каппадокию, приказав им, во-первых, казнить всех тамошних христиан, не соглашающихся поклониться идолам, и, во-вторых, записать в войско всех мужей и юношей сильных телом и способных к военной службе. Прибыв в Каппадокию, Лизий стал всячески разыскивать годных для набора людей. Между прочим, ему донесли и в Иероне, как о человеке здоровом, сильном и отличающемся особенным мужеством. Лизий тотчас же послал воина взять его и привести. Посланные не застали Иерона дома, он был на работе в поле. Воины отправились туда и хотели схватить его, но Иерон, узнав, что его берут для военной службы, отказался идти с ними, считая для христианина вредным иметь общение и служить вместе с идолопоклонниками. Воины хотели взять его силой, но разгневанный Иерон схватил попавшееся под руки дерево и начал их бить. Он оказался настолько сильнее воинов, что они обратились в бегство, а он гнал их, как лев гонит козлят. Рассеянные им воины вновь собрались, однако, в одно место. Им стало стыдно друг друга, что не только не могли одолеть одного человека, но и были им прогнаны. Они боялись возвратиться к тому, кто их послал с пустыми руками, и говорили между собой, что если они воротятся без Иерона, то не только будут всеми осмеяны за то, что один человек победил их всех, но и жестоко наказаны за трусость. Поэтому они позвали себе на помощь своих товарищей и во второй раз в еще большем числе устремились на Иерона. Услыхав об этом, он набрал себе дружину из 18 мужей, христиан, скрылся вместе с ними в находившуюся вблизи пещеру и оттуда отражал нападение осаждавших его язычников. Последние известили между тем своего начальника, что Иерон с другими христианами заперся в пещере, и они не могут взять его. Начальник отправил к ним на подмогу еще более воинов, и все-таки они ничего не могли сделать, так как, боясь Иерона, никто не осмелился даже приблизиться ко входу в пещеру. Тогда начальник послал к ним одного из друзей Иерона по имени Кириака. Кириак, пришедший на место, посоветовал воинам удалиться от пещеры, так как Иерон, говорил он, можно взять его только кротостью и добрым советом, а никак не силою. Когда воины удалились, Кириак вошел к Иерону и убеждал его не сопротивляться власти и идти записаться на военную службу. Мирной беседой своей он успокоил Иерона, вывел его из пещеры и отвел в его дом к матери, старой слепой вдове. Она начала громко оплакивать сына, называла его опорой своей старости и светом своих слепых очей, и жаловалась, что лишается единственного утешения в своем печальном вдовстве. Между тем воины, окружавшие Иерона, принуждали его идти с ними. Простившись с плачущей матерью, соседями и знакомыми, которые собрались там, Иерон захватил с собой одного своего родственника по имени Виктора и пошел в город Мелитину вместе с воинами, сопровождаемый двумя своими близкими родственниками, Матронианом и Антонием.
и некоторыми другими единоверцами. Путники не поспели в Митилину до захода солнца и ночевали на месте, где застала их ночь. Ночью блаженному Ирону явился некто, одетый в белые одежды, и возвестил ему кротким и полным любви голосом: «Спасение, Ирон, благовествую я тебе! Правым путем идешь ты, так как идешь подвязаться за Царя Небесного, и не за скоро гибнущую славу земную будешь ратовать. Скоро ты отойдешь к Царю Небесному и примешь от него честь и славу за свои подвиги». Этими словами явившийся наполнил сердце Ирона несказанной радостью. Когда он исчез, Ирон пробудился и с радостью возвестил бывшим с ним друзьям и сродникам: «Я узнал тайну благоволения Божия ко мне, и теперь уже с весельем иду в предстоящий мне путь. Одно только истинное сокровище, одно истинное наследие, одни только истинные богатства — это те, которые сокрыты на небесах. Те же земные блага не приносят получающим их никакой пользы. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Для меня нет ничего дороже и лучше души. Достаточно времени своей жизни потратил я на служение суете. Теперь иду к Богу. Одно только смущает меня. Печаль моей матери, престарелой и немощной вдовы, лишенной света, очей и не имеющей себе помощника и заступника. Но я иду умереть за Христа, и ему, отцу сироты вдовиц, поручаю я свою мать». Сказав это, Ирон пролил несколько слез о своей матери и отправился в путь. В Мелитине святой Ирон вместе с двумя, с другими 33 христианами был заключен в темницу. Здесь он говорил своим товарищам по заключению: «Послушайте, друзья и братья, моего совета, который будет вам полезен не в этой жизни, а в будущей. Все боящиеся Бога ищут не земных, временных, а будущих, вечных благ. Вы слышали, что наутро нас хотят заставить принести жертву ложным языческим богам? Не будем повиноваться, не поклонимся идолам и не принесем им жертву. Принесем лучше жертву хвалы истинному Богу нашему и вознесем к Нему наши молитвы, услышав которые Он подаст нам силу стойко и мужественно перенести мучения и удостоит нас блаженной кончины». Слушатели Иерона единодушно отвечали: «Сладостно нам, как мед, слова твои. Ты советуешь нам то, что действительно полезно и спасительно для нас. И все мы желаем лучше умереть за Христа, чем поклониться идолам, жить в суете». Темничные стражи известили о таком решении узников самого Лизия. Наутро он велел привести святых мучеников из темницы к себе на суд, поставил их перед собой и с гневом спросил: «Какой бес привел вас к безумному решению восстать против власти и не послушаться царского повеления, поклониться великим богам? Мы, конечно, были бы безумцами, игрушкой и бесом, — отвечали святые, — если бы честь, подобающая одному только Богу, воздавали деревянным и каменным произведениям рук человеческих. Но теперь мы поступаем мудро, ибо поклоняемся Творцу всего, создавшему небо и землю, словом своим и известному их из небытия в бытие духом уст своих». В это время один из присутствовавших на суде указал Лизию на Ирона и сказал: «Вот кто сопротивлялся твоим посланцам, и все, о чем ты слышал, сделал именно он». Лизий, посмотрев на Ирона, спросил, откуда он родом. И когда Ирон назвал свое отечество и место рождения, опять спросил его: «Это ты противился царскому приказанию, надеясь на телесную твою силу, и избил посланных за тобой воинов?» «Да, я», — смело отвечал мужественный Ирон. «Ненавидящих ли Господа моего возненавидел я? Я в врагах его и стаял, о врагах. Совершенной ненависти ненавижу их, враги они мне. Потому-то и нанесся им побои и гнал, как трусливых зайцев». Слыша эти слова, Лизий разгневался и, не отдавая должной храбрости и силе Ирона, порицал его за непокорность и сказал: «Безумие твое довело тебя до такой дерзости, что ты ослушался царского повеления, не покорился и моему приказу, и избил посланных нами. За это повелеваю отсечь по самый локоть твою дерзкую руку, повинившуюся безумной голове».
И тотчас святому Ирону отсекли руку, а прочих святых по повелению того же мучителя немилосердно били долгое время. Затем все они опять были брошены в темницу и возблагодарили Бога, сподобившего их понести такие муки за его святое имя. Но один из них, вышеупомянутый Виктор, родственник святого Ирона, обессилев от полученных им побоев и убоявшись еще больших в будущем, тайно призвал к себе того чиновника, который вел запись схваченных и преданных мучениям христиан, и униженно умолял вычеркнуть имя его, Виктора, из записи имен узников, страждущих за Христа. Причем обещал ему подарить за это одно поместье. Подкупленный обещанным ему подарком, чиновник исполнил просьбу Виктора, уничтожил его имя в записи и ночью выпустил его из темницы. Но Виктор, вышедший из темницы, вскоре умер и таким образом лишился и имущества, и жизни, и мученического венца. Когда настало утро, святой Ирон узнал о случившемся и, полный бесконечной печали, громко рыдал о своем сроднике, восклицая: «Увы, Виктор, что ты сделал? О, какой дорогой ценой откупился ты! Зачем ты сам отдал себя в руки врага? Зачем позор бегства предпочел венцу славы? Зачем отдал жизнь вечную за временную? Зачем временное облегчение поставил выше радости нескончаемой? О, как смутили тебя недолговременные страдания от незначительных ран, которые ничто перед муками вечными, ожидающими тебя по суду Божию!» Оплакавший от падшего отлика мученического, святой Иерон подозвал к себе двух своих сродников, Антония и Матроняна, последовавших за ним, и сказал им: «Выслушайте мою последнюю волю, и, возвратившись отсюда, приведите ее в исполнение. Мое имущество, находящееся в Писидии, я отдаю сестре своей Феотимии, с тем, чтобы она, получая с него нужное для пропитания, совершала поминовение по мне в день моей смерти. Все же прочее мое имущество я оставляю своей матери по причине ее вдовства и сиротства. Отдайте ей также и мою отсеченную руку, и скажите ей, чтобы она письмом попросила начальника города Анкиры, вельможного Рустика, дать ей дом в Вадисане, где пусть и будет положена рука моя». Оставив такое завещание своим сродникам, блаженный Ирон спокойно ожидал своей мученической кончины. И вот на пятый день Ливий опять сидел на судейском месте. И, призвав святых, стал принуждать их поклониться идолам. Долго старался он и ласками, и угрозами отклонить их от Христа, но не имел никакого успеха, и тогда приказал сначала бить их без пощады палками, а затем осудил на усечение мечом. После многих мучений святые мученики были осуждены на смерть. Предводимые блаженным Иероном, они на пути к месту казни радостно воспевали слова псалма: «Блаженно непорочные в пути, ходящие в законе Господнем». Пришедшие на место казни, они преклонили колено и молились Господу: «Господи Иисусе Христе, прими души наши!» Антоний и Матрониан обратились к Ливию: «Позволите взять тело их сродника Иерона», когда оба святые были усечены мечом в голову. И когда Ливий не соглашался, умоляли его отдать им по крайней мере отсеченную главу Иерона. Он отвечал им, что отдаст голову только за равное с нею по весу количество золота. Сильно скорбели Антоний и Матрониан, что не было у них столько золота, сколько требовалось за голову Ливий требовал, хотя, без сомнения, честная голова мученика и стоила несравненно дороже. Тогда Бог вложил в сердце одному богатому и знаменитому мужу именем Хризафию дать выкуп за голову святого мученика Ирона. Он отдал Ливию столько золота, сколько весила голова, и, взяв ее, честью хранил у себя. Корыстолюбивый Ливий стал тогда отыскивать отсеченную руку святого, рассчитывая за нее получить золото. Но Антоний и Матрониан, узнав об этом ночью, бежали на родину, унося с собой святую руку. А тело его и прочих святых мучеников тела, обезглавленных вместе с ним других христиан, взявши тайно, погребли в скрытом месте.
Упомянутые братья, принесшие руку святого Иерона к его матери, Стратоники, вручили ее ей святые останки. Мать, взяв усеченную ради Христа руку своего возлюбленного сына, омыла ее слезами, лобызала материнским лобзанием и прикладывала к своим очам. Радуясь за сына и в то же время отдаваясь естественной скорби, она говорила со слезами: «Любезный сын мой, которого я родила живым и здоровым, теперь у меня только малая часть твоего мертвого тела, но тем больше скорбь она возбуждает во мне. Увы, сын мой, родила я тебя в болезни, воспитала в трудах, надеясь иметь в тебе опору в старости, поддержку в болезни, утешение в скорбях, и вместо того лишилась я тебя свет слепых очей моих. Но что я плачу, когда мне должно веселиться и радоваться тому, что я мать мученика, что я отдала плод чрева своего Богу, что ты, возлюбленный сын мой, не так, как обычно умирают люди, умер. Ведь мученическая смерть, какой скончался ты, ведет ко многим и великим благам. Но отшедший от меня, не покидай меня совсем, сын мой, и в молитвах твоих ходатайствуй за меня перед Господом, за которого ты пролил свою кровь, дабы он и меня вскоре... скорее освободил от этой многотрудной и обильной всякими бедами жизни». После этого плача Стратоника положила руку святого на том месте, которое он сам благоволил указать, и привела в исполнение все им завещанное. А Хризафий, давший золотой выкуп за голову святого Ирона, через несколько времени построил церковь на месте, где была усечены святые мученики, и с честью положил в ней голову мученика, прославляя Святую Троицу. Богу нашему слава! Во веки веков! Аминь! Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала.